Добрый вечер, уже вечер, 5 часов, всем привет, всех с масленицей. Вот я сегодня поехала, наконец выдралась, попала в парикмахерскую, постриглась. Вот такая вот я красивая теперь. Всем привет. Мы зашли в Европу и в грядку, купили продуктов. Вот взяли тортик, шоколадное молоко называется, вот такое вот. Ну и все-таки масленица. Блины уже утром жарили, ели, вот, а это к вечеру. Ну, зашли в белорусский магазин, вот зефир купили, так, вот купили зефир в белорусском магазине такой, ну он хоть без этого, без такой сыпучий сахарный пудры, но очень вкусный, я его постоянно беру. Колбасу взяли докторскую в Стародворье, вот кило 400 там. На 300 с чем-то рублей вышло, но она тоже хорошая, тоже белорусская. Вот. Апельсины купили, вот такие вот. Ну, так, сильно крупные, не сильно мелкие. Так, взял вот два огурца на салатик. Так, пучок вот взяла укропа и пучок лука зеленого тоже на салатик. Пучок кинзы. Это в брикетах взяла суп с копченостями гороховый. Что-то давно его в пятерочке у нас нету. А это там увидала, взяла две штуки. Так, вот купила цветную капусту, вилочек. Потом завтра, может быть, с яйцами пожарила. Отварила, с яйцами обжарила. Это у меня квашеная капуста. Бочковая. Я ее очень люблю. Так. Поехали дальше. Вот, взяла сливочное масло крестьянское. Это Европа, торговая сеть Европа. Но оно вкусно, мне нравится. Вот, у них же своей выпечки алтайский хлебушек. Вот такой вот. Очень вкусный, особенно с маслом. Это что-то. Я его очень люблю. Он такой резинистый, вкусный. Ну, яйца взяли, вот эко-птица. Тоже молоко Европы. Вот такое вот, 2,5%, но европское, оно тоже вкусное. Ну, что еще? Пряники купили, вот, такие вот. И взяли свинину. Взяли свинину, это я завтра буду запекать, буженину делать. Вот на 457 рублей вот такое вот мяско. И взяли уже готовый шашлык. Вот. Ой, ну его, конечно, многовато. Сколько там у нас даже сейчас? 2,776. Ну, почти 3 килограмма. Вот. Вот. Но он уже замаринованный, с луком, совсем запах такой обалденный идет от него. Ну вот, и... а его, ну, что будем делать? Мы его как мясо пожарим в казане и поедим. Ну, вот такие все покупки. Вот. Ну, всем доброго дня, хорошего настроения, счастливо отпраздновать праздник в кругу семьи. Остались 2 дня масленицы. Вот, всем пока.